Добрый день. Меня зовут Зоя Ивановна Гусева. В диагнозе рак я вот в сентябре будет 10 лет. Как бы в 2014 году мне ударили щитовидную железу с диагнозом фолликулярный рак щитовидной железы. Болезни я узнала, как я наблюдалась до этого. Постоянно где-то с 35 лет мне в то время удалили одну долю щитовидной железы, но тогда рака не было, была такая доброкачественная, узел доброкачественная опухоль. И я наблюдалась постоянно, как бы гормоны сдавала, УЗИ щитовидной железы периодически мне делали. Ну, как-то эти узелки, они росли, там появлялись на второй доле. Где-то за полгода до операции мне был такой поставлен диагноз, предрак назывался. То есть взяли биопсию, прокололи там иголочкой биопсию и отправили на анализ, и там предрак. И меня из центра эндокринного направили к онкологам в горбольницу с тем, что решить вопрос, что надо удалять. Онколог приняла, посмотрела, сказала, ну, удалять я не вижу причины, поскольку у вас гормоны в норме, ну и живите так. Ну, я, конечно, обрадовалась. Ну вот, жила. А в результате очередная биопсия там через какой-то небольшой период показала, что там рак. Я думала, ошиблись. Не может быть. Не могла принять это. Ну и в то же время это было страшно, говорить никому не хотелось, потому что я не люблю, когда начинают сочувствовать, а как-то, когда говоришь, начинают тебя жалеть там, не хотелось говорить никому. Ну, сказала там самым близким людям, что вот есть подозрение, что надо на операцию удалять там, ну все. Ну, меня тут вскоре взяли в горбольницу, там онкологическое отделение, хирургическое, там Шевченко Сергей Петрович. Вот была предложена срочная операция, там обследование необходимое в поликлинике и на операцию. И я еще надеялась, что когда мне удалят, сделают биопсию, скажут, нету там никакого рака. Ну, в результате там через период сказали, да, подтвердился вот эта форма фолликулярная. И вторая стадия уже, то есть уже из капсулы это вышло и как бы уже в кровь попало. То есть если бы удалили раньше, то это обошлось бы легкой кровью, что называется, не было бы химии никакой, никакой радиотерапии, то есть просто наблюдение. Ну а поскольку уже этот процесс распространился, нужно было ехать на радиотерапию. Радиотерапия в то время – это город Обнинск, Подмосковье. И либо открылся новый центр только-только в Красноярске. Ну, там рекомендация, ну, как бы после операции в течение 2 месяцев, но пока эта квота очень долго делалась, в результате я попала в январе в Красноярск на радиотерапию. Ну, там пролечилась. Как-то мне это тяжело далось лечение. Там попала в реанимацию с сердечными делами. Прежде чем на это лечение идти, нужно сделать отмену гормона. То есть, когда удаляют щитовидную железу, я принимаю гормон, замещаю. Гормонозаместительная терапия. А для того, чтобы пройти радиотерапию, надо отменить на месяц, на 4 недели этот гормон. И вот на этой отмене я две недели, три еще ничего, 4-й недели у меня организм просто отключился. Он прекращал работать. Вот. И я не знаю, как дочь меня довезла туда, в этот Красноярск, врачам сдала. Провели мне это лечение, и оттуда меня срочно там в Красноярске в реанимацию сердца, в кардиологию, в общем. Там лежачий этот режим, но они меня, спасибо им, они хорошо меня там поддержали. Я 3 недели там побыла, потом дочь приехала за мной, и как бы все это
Вот тяжело мне как-то прошло это лечение. Я вот красноярских врачей, я им очень благодарна. Там столько внимания было. Я фамилии не помню, к сожалению, но я им там все написала, эти все отзывы. Они меня просто вытащили. Тоже это федеральный центр, очень хорошая клиника у них там, вот эта вот кардиология там. То есть, да, они меня вытащили, я им очень благодарна. Ну, не помню фамилии, кардиологическое отделение. Но сейчас все непросто еще, потому что на радиотерапии я была 3 раза. Ну, то есть, когда я прошла первый раз, там идет наблюдение, как... И как бы началась, то есть в 2017 году мне сделали повторную операцию, рецидив. То есть там остался кусочек ткани щитовидной железы, и как бы снова он начал как бы... Мне еще раз сделали операцию, и его удалили. Ну, вроде все хорошо, опять наблюдаюсь, и тогда начинается биохимический рак. То есть я сдаю гормон, который онкотестер. Тиреоглобулин, он, его не должно быть, когда щитовидной железы нет, а он растет и растет. То есть мне ставят биохимический рецидив, а найти не могут, где это, что. УЗИ щитовидной делают, все нормально. А там брюшной полости, УЗИ, все это, все нормально. В общем, все проверят, все нормально. А он растет и растет уже в течение там сколько-то лет. Потом еще раз меня в Красноярск направили. Еще 2 раза. Один раз, через полгода еще раз. И как бы мне сказали такое заключение, что моя опухоль резистентна к йоду, и это лечение на эту опухоль не действует. То есть это бывает очень редко, там маленький процент, когда вот такие вот. Но я туда попала, я счастливая. Ну и вот искали долго тоже, получается, где же... Что же, потому что все, вроде ничего нет, а он растет и растет, этот онкомаркер. И потом у нас в Новосибирске появился центр Сергея Березина, ядерный центр ядерной медицины на Богаткова, где делают позитронно-эмиссионную томографию и компьютерную, 2 совмещенных, и там принимаешь контраст радиоактивный, и все тело, значит, смотрят. И вот тогда только увидели, что у меня метастазы в лимфоузлах. Лимфоузлы средостения, там где-то в корне легкого. То есть как бы вот эти, наверное, клеточки там. Таргент, ну, мне назначили терапию. Он оказался для меня токсичный. Я его как бы непереносимость токсическая. То есть я... Начала принимать, где-то неделю попринимала и попала в реанимацию. Сосуды, сердце, там все. Ну, здесь в Новосибирской областной больнице меня подлечили. Отменили мне серафинип. Опять меня в онкодиспансер. Там сказали, больше мы вам предложить ничего не можем, только наблюдение. Нет ничего, больше нечем лечить вас. И вот как бы я... Через полгода прохожу компьютерную эту, там ПЭТ-КТ называется. Это уже, наверное, 8 я прошла с 2020 года, каждые полгода. Но растет этот, как бы, и гормон этот растет, онкомаркер, и растет, узлы эти растут, активные называются, раз они поглощают, значит, это как бы они считаются, что они нехорошие. В органах пока ничего, как бы, вот последнее КТ было мне, там что-то вопросы поставили, вот я завтра должна идти на консилиум, а там, может быть, до обследования какое или что. Хорошего. Ну, вот так, как бы, что-то выделить особенно я не могу, но я продолжаю жить, это уже хорошо. Как бы, это замечательно, и я понимаю, что надо жить, пока живешь. Вот это самое главное. Мне 75 лет, слава богу. У меня интерес к жизни есть. Я с удовольствием живу. Я радуюсь, когда я могу что-то делать. Если я помню, там когда-то не хотелось мыть пол, посуду. А сейчас я радуюсь, я счастливая, когда я могу сама это делать. Это просто для меня счастье. Вот.
Я увлекаюсь, я рукоделием занимаюсь, и, в общем, мне все интересно, люблю рисовать. Интерес к жизни есть очень. Хочется пожить, порадоваться. Как-то вот когда узнал этот диагноз, думаешь, боже мой, еще ничего не успел. А вот тебе здравствуйте. Это самое такое. Самое главное — не падать духом, не опускать руки. Жизнь не закончилась. Но жизнь бывает разная. Бывает такая. Главное — не опускать руки.